Согласно календарному плану подготовки и проведения выборов депутатов представительного органа, избирательная комиссия Хасанского района завершила регистрацию кандидатов в депутаты. Всего за мандаты будут бороться 71 кандидат. В среднем на одно депутатское кресло претендуют 3 человека. На сегодняшний момент мы уже приняли решение территориальной избирательной комиссии о количестве избирательных бюллетеней. На сегодняшний момент у нас составляет 21 680 избирательных бюллетеней будет. Это примерно 85% от числа избирателей. С полным списком кандидатов можно ознакомиться на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Хасанского района. Время определиться с выбором своего кандидата в депутаты еще есть. Участковые избирательные комиссии начнут работать с 31 августа. Жители Хасанского района смогут принять участие в досрочном голосовании. На досрочном голосовании может голосовать избиратель при наличии уважительности причин, которые определены в избирательном кодексе и федеральном законе. На дому будут голосовать только те граждане в день голосования, не позднее, чем до 14 часов, которые подадут заявку в силу тех или иных причин состояния здоровья, не смогут самостоятельно прибыть на избирательные участки. Согласно федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме, агитационный период для кандидата начинается со дня его выдвижения. А вот период агитации в средствах массовой информации начинается за 28 дней до дня голосования и заканчивается в 0 часов за сутки до дня голосования. Хочу напомнить кандидатам, что у нас есть определенные требования. Прежде чем распространять свой агитационный материал, каждый кандидат обязан предоставить в территориальную избирательную комиссию копии образцов своего агитационного материала. Если это распространяются ролики, значит, должны быть в электронном образе предоставлены. И обязательно изготовление этих агитационных материалов должно происходить только в тех издательствах, которые заявились в территориальную избирательную комиссию. Обращаем внимание, что округа на предстоящих выборах одномандатные, а не пятимандатные, как было ранее. То есть район поделен на 21 избирательный округ. От округа избирается один депутат. И если на прошлых выборах можно было голосовать сразу за 5 кандидатов, то теперь нужно выбрать одного. Напомним, выборы депутатов Думы Хасанского муниципального округа состоятся 11 сентября. Найти свой избирательный участок, узнать адрес участковой и избирательной комиссии и адрес помещений для голосования можно на сайте госуслуг. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.